Thank you.
рода человеческого, прими молитву нас, недостойных рабов Твоих, и удали нас в настоящий час, воеже неосужденно освящение совершите храма сего, ко Твоему словословию созданного, честь преображения Господня и воздвижение в нем сотворите трапезы, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господи, сил во всей земли насадивый,
Твое же приноситесь от Тебе священным и бескровным жертвам, и же и сему храму ныне благоволил еси создатися честь преображения Господня. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Oh.
есть за славы. Иди вперед, иди вперед. Святаго Духа, ныне и при.
сегодня для нас всех, которые были здесь, совершали службу Божию, молились в этом святом храме. Этот день является днем торжества нашей веры, торжеством православия. И мне хотелось бы сказать слова глубокой благодарности всем, которые принимали участие в воссоздании и в строительстве этого святого храма. У нас в народе говорится, если человек посадил дерево, он не напрасно прожил жизнь. Но если человек построил храм Божий и участвовал своими лептами, своими средствами в создании Дома Божия, он не напрасно